Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет обзорчик на просто жесткое дерево. Думаю, для бездоната это реально было бы жестко иметь такое дерево на аккаунте. И даже для доната у них таких деревьев у них нет. 12-12-9-9-SO плюс эмблема на защиту. Плюс я сейчас уберу ремку, поставлю сюда каменку. Давайте каменку поставим так, чтобы, потому что она максимум даст. То есть уже больше так мы по-любому не выжмем. Ангел у нас, эмблемка новая, которая дает 100% от хила. В общем, максималка. Что у героя есть? Ну, 1 100 000 жизней, как бы это не особо много. Атака тут тоже не особо играет роль. Плюс собственный деф. Вот это самое интересное, посмотреть, как же все-таки дерево будет сейчас тащить. Давайте начнем с рейда. Конечно, смотритель нас сейчас потрепает. Плюс стрелок. Мы, наверное, не включимся, скорее всего. Так, смотр. Бля. То чувство, когда твое дерево круче, чем некрос. Ну, феникс должен затащить. Что? Сосябрик. Посмотрите на это просто жесть. Он вошел в сеть, Айяма. Это просто обалдеть, ребят. Посмотрите на это дерево. Это не дерево, это просто ужас. Фрея бьет по 3000. Фрея по 3000 бьет. 12-я Фрея. Это жесть. Это просто смешно. То чувство, когда твой Триан круче Фреи. Обалдеть. Вот этот Триан, ребят. Посмотрите на это. Фрея бьет по 4000. 12-я Фрея. Я офигею. Поехали искать сильного противника. Я не знаю уже. Мне уже страшно. О, интересно, кстати, Космо, Роза. Но тут должны... Офигеть. Ребята, это Unreal просто. Посмотрите на этот урон. Даже ради интереса сейчас выпущу вам других. Давайте так, чтобы чем побольше выпустить. Блин, Атлан включился. Я заряжу просто Фрейку. Так, Космо, Космо, не бей, не бей. Не бей туда. Блин. Дайте посильнее кого-то уже. Космо 26-й, Фрэнки. Но тут дерево не успеет включиться, скорее всего. Вообще насрать на этот урон. Но 59 этот пробивает, конечно. Отхил нам урезали. Хотя мы ничего не делали. Но посмотрите, сколько они его дамажат. Жесть. Вот это жесть, ребят. Вот это обалденное дерево, я нисколько не жалею, что я его сделал именно таким. Это круче, чем доспех. Такс. Давайте ради интереса пойдем на 7-ю. Называется пошел. Ну, на 8-й понятно, что тут. Unreal. Просто стычки. Тут столько дамага, что это, ну, автопрокеры. А вот 7-я кошмарка должна быть интересна. Мы сейчас будем в стане. Малыш Ник бьет 6500. Офигеть.
Так, давайте кого-то выпустим поближе, пусть хоть повылазит. Асуру посмотрите, как слили. Вот смотрите на Медузу. Нормально тогда. Вообще по 6000 пробивает. Я офигею. Я просто в шоке. То чувство, когда дерево просто тащит. Нормально так Асура раздает. Посмотрите, что он творит. Просто им не дает заряжаться, ребят. Драйк, красавчик. Сейчас дерево должно его резнуть. Ну, я надеюсь, резнет. Но, блин, Асура, посмотрите, что Асура делает. Это просто какое-то читерство, ребят. Реально Асура тащит. Он снимает с них офигенно. Надо Асуру собрать. Ай-яй-яй, Асура далеко забежал. Насрать, просто насрать. Асура красава. Жесть. Блин, вот нереально круто. 50% такими героями набрать. Все, к сожалению, Асура слился. Триант против Трианта. Короче, ребят, ну не знаю, 50% развалили. А реально дерево тащит. Его убить не могут. Это Unreal какой-то. Так, окей. Ну что, поехали на... Пум-пум-пум-пум-пум. Куда поехали? В принципе, что я поставил бы, вот смотрите, если взять, посмотреть, эмблемка 60, что я поставил бы, его скилл 1 на 1 у нас бы получилось. Поехали на арену. Не знаю, там арена обновилась, у нас нет. Просто интересно. Выпустить такого трианта против. Посмотрите, это просто смешно смотреть на этот урон от Фрейи. Огник не может пробить. Жесть. Это просто жесть. О, отлично, они по низу пошли. Посмотрите, сколько дамага пролетает. Они его просто не пробивают. Это он еще даже не включился. Единственный шанс это, смотрите, все. Таким деревом можно реально танчить. Офигеть. Просто жесть. Сколько интересно сейчас отхил будет. Да там, блин, там ангел хилит. Не знаю, сколько, не вижу. Я офигею, сколько они его дамажили. Обалдеть. Ну тут, тут непонятно кто кого. Ну все, Асура включился жестко. Нормально, кстати, у Асуры, посмотрите какой урон. На такой прокачке дерево даже столько не пробивает. Короче, блин, не знаю, мне понравилось дерево, нереально трешечковое. То, что оно чудит, это однозначно максимальный деф. Ну, видите, оно не успевает еще, если бы она еще включалась. Вроде включилась, было бы получше. Ну, 6 тысяч, 6 тысяч, это вообще ни о чем.
для дерева. Так. Ну, я не знаю, в ЗБшке. Давайте зафармим. Я, правда, тут... Просто ради интереса посмотреть, как оно дефить будет. Надеюсь, сейчас Махатма, ну, смотритель ударил. Дальше посмотрите на это. Обалдеть. Просто 2-3 тысячи. 6. Вот это действительно жесть, ребят. Сколько ангел отхилит? Я офигею. 1700, 4000. Это нереальное что-то. Ну, тут за счет смотрителя просто унесли. Обалдеть. Моему отомстили. Да, вот такое дерево действительно стоит собирать. А как смотрителем ушатал. Так, ну давайте кого-то еще поищем. Дерево против Анубиса. И Космо. Вот, вот оно. Обалдеть. То чувство, когда твое дерево просто тупо тащит. Надо, наверное, всех таких героев собирать на максимальный деф. Тогда хрен кто пробьет, что-то сделает, я не знаю. Это Unreal. Реально Unreal. Космо второй эволюции. Прея второй эволюции. Анубис. Это позор. Да уж. Такс. Хорош, хорош. Вот это мне понравилось, реально. Дерево тащит. Как видите, нету таких противников, чтобы там мега. Тут не прокачанные вряд ли. Они что-то ему сделают. Ну и оно тоже толком ничего им не сделает. Сейчас ушатает даже. Короче, ладно. В общем, такой вот, ребятушки, герой. Пишите комменты, ставьте лайки. Пишите, что вы хотите еще видеть, какие герои, какие сборки. Но это нереально крутая сборочка. Все, всем удачи, всем пока.